знаменательный день для Житомира. До Житомира наконец дошла связь формата 3G. И, как ни грустно, это последний город, фактически областной центр в Украине, который получил современную связь. У нас достаточно большое количество воинских частей, аэродром военный. И ввиду того, что существовал конфликт частот с Министерством обороны, в прошлом году мы неоднократно поднимали этот вопрос на уровне Министерства обороны, и уже в этом году были заложены деньги в государственном бюджете на конверсию частот по городу Житомиру. Конверсия частот по планам должна была закончиться в ноябре месяце, и только в ноябре месяце фактически мы могли получить этот стандарт, но благодаря Министерству обороны хочу поблагодарить Министерство обороны и Генеральный штаб нашего земляка Муженко, который пошел навстречу Житомиру. Этот процесс значительно ускорили, и уже сегодня на наших смартфонах мы видим значок 3G. Это здорово. Плюс мы еще общались с заместителем генерального директора Киевстара, и в принципе вот по телефону общение, которое было по телефону, нам сказали, что рассмотрят возможность включения 4G в Житомире, одним из первых городов в Украине. Вот. И я хочу, чтобы там Киевстар сегодня, может быть, подтвердил или там взял на себя какие-то тоже обязательства, так как Житомир последним получил 3G. Я думаю, что это был бы хороший компенсатор для житомирян, одним из первых получить 4G. Мы очень спешили, очень хотели сделать этот подарок житомирчанам, особенно учитывая, сколько город, вот сколько, Сергей Иванович, сколько студенты города приложили усилий для того, чтобы это состоялось. Поэтому спасибо огромное, это наша с вами общая победа. Вот, и в качестве такого замечательного символа вот сегодняшнего события я хочу вручить вот такую вот фактически стелу со первой симкой, на которой проводились испытания в рамках технологии 4G в Житомире. Так что это самое. Поздравляю. Так, и надеюсь, что следующее появится 4G. Да, и уже когда-нибудь уже и 5G. Да, ну, надеюсь, в течение полугода 4G как бы. Надеюсь, что появится. Да? Да. Ну, спасибо огромное. Спасибо огромное вам. Спасибо. Ну да, у меня карточка Киевстар. Вот один номер я его не меняю уже 15 лет. 15 лет. Где-то да. 15 лет я его не меняю. Ну, вот давайте тогда вот тот оператор, который включит первым Житомир, я тогда буду переходить на того оператора, если это будет не Киевстар тогда. Киевстар, да. Договорились. Я думаю, что мы с Киевстар пообещаем, что мы спешим, что мы не будем. Да, безусловно. Ну, вы понимаете, нам очень важны, во-первых, областные центры, безусловно. Это в основном это концентрация бизнеса, да, это концентрация студенчества. Вот нам нужна очень молодая аудитория, это основные потребители нашего трафика. Вот просто вчера, по вчерашнему дню хотел сказать, что трафик за вчерашний день в 3G превысил Хмельницкий и Винницу. Да? То есть, собственно, там абонентская база больше, чем здесь, а здесь вот такой взрыв трафика. Я думаю, что этот, как бы, эта тенденция и останется, да, в огромное количество молодежи. Вот, поэтому я думаю, что, да, безусловно, один из первых, потому что это большой и важный областной центр. И это очень, у нас здесь, я еще раз подчеркиваю, 89% абонентов это наши абоненты. Да? Ребята, это наш город. Мы, безусловно, имеем перед Житомиром определенные, несем определенные обязательства. И если, скажем так, в тех частотах, в которых будут проводиться тендера, вопросы, ну, с освобождением частот значительно, скажем так, более, менее конфликтный, скажем так, чем то, что было в текущем диапазоне для 3G. Вот я думаю, что все будет достаточно динамично.